4 июня 1989 года. Чудовищной силой взрыв газа сбрасывает два железнодорожных состава под откос. Этой чудовищной аварии погибли и получили ранения более 1000 человек. Спустя годы стало известно, что к трагедии имеет отношение ЦРУ. Сотрудникам ЦРУ надо было проникнуть в систему управления газопроводом. Почему руководство СССР засекретило информацию о целой серии взрывов на газопроводах? Специалисты установили, топливопровод был обустроен с отступлением от СНИПа. Были ли взрывы на газопроводах 80-х? И могли ли сотрудники ЦРУ иметь к ним прямое отношение? В нашей программе уникальные документы. Эта версия появилась не на пустом месте. Причиной стала вот эта книга бывшего члена Совета национальной безопасности США Томаса Рида. Секретные материалы. В среду в 20:25.